Здоров, братва! С вами Миха, это Танки Онлайн, и это сразу голд, вот это ни хрена себе, вот это начало, если я его сейчас еще и заберу, это будет вообще топ. Тихо, я увидел, а если это сейчас еще будет, нет, это не контейнер, это, к сожалению, обычный голд, но даже его забрать это очень достойно. Так, подвинулись все, подвиньтесь, блин, ну елки-моталки, я взял, оу, ес, как я взял-то? Там опасный такой Вася был на Хантере. Да чё ты меня бьёшь-то? Оленья твоя башка. Не, ну это крутое начало. Это просто супер. Супер. Я прям даже не знаю, что сказать. Окей, ладно. Вы смотрите рубрику «Снайпер». Продолжим. А то голд голдом, но всё-таки рубрику надо вести. А, кто не знает вообще, что это... Ой, какой снайпер-то? Господи, антикиллер, бляха-муха. Всё, уже ничего не соображаю. Голд взял... Счастье полные штаны, так что зла не держите. Итак, рубрика антикиллер. Кто вообще не знает, что это такое, я вам сейчас расскажу. Сейчас парень точку захватит, я пойду ее опять заберу. Рубрика антикиллер — это такая крутая рубрика на моем канале, цель которой дойти до звания легенды, и при этом за все время игры вообще не сделать ни одного килла. И пока что мне это удается, но с переменным успехом, потому что вот, кто знает из олдов, это уже мой 4-й аккаунт. Предыдущих 3 я благополучно угробил, потому что, ну, на моей минке там подорвался противник, и все, аккаунт у хана. Аккаунт, повторюсь, должен быть вообще без единого килла. Даже одного килла не допускается. Так, что-то 7-0. Мне кажется, мы сейчас очень быстро победим. Так, прыгаем. А, и что касается самого аккаунта, надо овер забрать, чего никто не берет. А, на этом аккаунте я сейчас в данный момент коплю на комплект вампир. Там изит М1 и Васпик М1. Это на самом деле офигенный комплект. Я буду потом на нем гонять. А, сам Васпик буду прокачивать до М2, чтобы меня так быстро не ушатывали. А в комментах мне, кстати, написали. О, Ильдар Антикиллер, привет. Братан, я сейчас в битве, если хочешь, ко мне переходи. Хотя ты, наверное, вряд ли сможешь. Чуваки, помогите, меня едут атаковать. Бомба, беги, дурак. Эх, елки-палки, всех убило. А, ну да ладно. Так вот, в комментариях мне кто-то из ребят писал, я уж не помню кто, но это было. А, почему ты именно на вас катаешь? Ты можешь случайно овер раздать и вообще лучше на других корпусах. Например, тот же, ну, Хантер, если взять, у него и овер крутой. Можно противников останавливать, и ты по-любому... О, кто-то... А, нет, не мне пишут. И ты по-любому этой бомбой килл не сделаешь. А, но, ребята, это все да, так и есть. Но проблема в том, что вот эти вот хантеры и викинги, тем более М0-евые вот на таких званиях, они капец какие медленные. Поэтому вот так вот в режиме контроль точек играть или в штурме, или в захвате флагов на них будет очень-очень проблематично. А кататься и тупо всех лечить тоже можно. Но, как показывает практика, на этом вообще очков практически не заработаешь. Если заработаешь, то очень-очень мало. А ну и, соответственно, качаться я буду такими темпами очень-очень долго. Чувак, надо захватывать точки. Давай по-быстрому закончим эту катку, разберемся с ними. А поэтому, ребята, решение я для себя именно такое выбрал. Буду пока что на вас покататься, его прокачивать. Ну а с овером как-нибудь... Иди подлечу, балбес! А, ну а с овером мы как-нибудь разберемся. Буду стараться не нажимать кнопочку Shift. Хотя это может быть иногда очень сложно. А смотрите, блин, как я мало очков заработал. Ну вообще капец, я такие битвы тоже не люблю, где мы прям тотально нагибаем, потому что мне точки негде захватывать, они все наши. Соответственно, опыт брать тоже негде. Ладно, погнали еще в одну битву. Итак, следующая битва и новенькая карта. Блин, а может быть здесь сейчас тоже голдик упадет? И вот прям именно на том острове, где я респанулся? Ну нет, чувак, ну уйди отсюда, пожалуйста. Дай захвачу точку и уеду. Блин, да их тут двое. Вот вы паразиты, а. Опа-на, опа-на. Кто-то, кстати, из подписчиков. Миха Ку. Ну, Ку. Так, давайте оба сваливайте отсюда. Сваливайте отсюда, я вам сказал. Дайте мне захватить точку. Ой, господи, валенки, а. Не подшитый старенький. Давай, чувак, бей их там, бей. Этих валенков. Так, окей. Я сейчас и того подлечу, и точечку. Иди ко мне, мой хороший. Да ты куда по мне-то, господи, лупишь? Ну что ж с вами не так-то, а, чуваки? Ой, кто-то... А чё он меня-то бьет? А, это свой же опять меня бьет. Ну, что я тебе могу сказать? Успехов тебе по жизни. Гоу в группу. Не, братан, я в группу не пойду. Во-первых, не люблю я на таких звонках играть в группе.
потому что киллов мне делать нельзя, кинет нас по-любому каким-нибудь огромнейшим звонком. Тихо, спокойно. Лечу, давай, топи его, топи, блин. Ты что, его убить не можешь? А, у него, наверное, баллон кончился. Ну ничего, зато мне, смотрите, сколько мне дали опыта за него. Ну, то, за то, что я его лечил, это вообще круто. Так, и что делать? Никого тут из противников нет. Наших тут никто не бьет. Ой-ой-ой-ой, вот это уже печально. Да почему ты бьешь-то меня, ну... А, это вот как раз мой подписчик, что ли, да? Братан, ты бы тогда моих союзников бил бы, а я бы их лечил. Кстати, тут диктаторов-то нету. Так, тихо. Потому что диктаторы-то мне могут минку раздать свою. И это будет очень плохо. Потому что на ней же может кто-то подорваться. Так. Ну вот смотрите, кататься на одном острове, вот на такой карте, это вообще не при... Стопэ! Блин, маленечко не успел подлечить. Маленько не успел, блин. Так, Миха без киллов. Меня начинает приглашать. Я это очень не люблю. Если я, ребят, не перехожу, ну, значит, я не пойду по-любому. Зачем приглашать еще 25 раз? Я не понимаю. И когда вот ребята не могут до этого додуматься, я просто удаляюсь с друзей. Принимайте к сведению. А как он опять вот убийцу-то попал? Ни хрена себе. Ну это у них какой-то прям явно это... саботажничек. Братан, если будешь смотреть видос, я, к сожалению, записываю, сейчас в группу не могу пойти. Может быть, в другой битве, в другой раз мы и поиграем, но не в этой. Так, ну чё, вот, давай захватывай. Вот, молодец, красава. Захвати прямо, а потом я захвачу. Только ты отъедь, главное. Ну, хотя тебя, наверное, сольют. Во, молодец, вот это тебе респект. Вот ты и себе опыт заработал, и я сейчас заработаю. Да ты бы еще их бил, ты бы моих вот бил. Я бы еще за их лечение получал опыт. Так, спокойно. Читачок. Давай, бей его. Молодец. Так, подлечить кого-нибудь надо? Нет. Я знаю, что тебя надо. А вон еще чувак прям... Блин, опять я не успел. Ну что ж такое-то, а? Так, тихо. Живите, парни. Так, кого там подлечить? Блин, вы бы на самом деле обратили внимание. Тут у нас вообще пресс жесткий. Так, этого подлечим. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Потерпи, браточек. Мы тебя подлечим. О-о-о, да дай проехать ты, чувак. Да блин, где я там застрял? Отлично. Не знаю, сколько опыта я получу в этой битве. Надеюсь, немало. Ну, хотя посмотрим. Сейчас битва покажет. Диктаторов, главное, нет. Вот это для меня самое главное. Опа, бронька лежит, я ее даже не вижу нифига. Так, ребят, кого подлечить? Вы говорите, вы что молчите-то? Изида, подлечи меня. О, сейчас вот этот будет гореть. Давай. Ни хрена себе, как быстро. Я даже ничего не... Ну, он, да, там с ДДшки лупил. Так что это понятно. Так. Давайте, кто-нибудь ко мне подъедьте, балбесы. Понятно. Ай, блин, ни хрена себе. Я его чуть не ушатал там. Вот, чувак, ты видишь, что у Титана купол. Нахрена? Ты ставишь бомбу свою. Мне кажется, это вообще попахивает проигрышем. Так, давай, парень. Я что, сейчас буду лечить? Ты их бей, я тебя буду лечить. А, ты что, башни не крутишь? Да, я тебе тогда сочувствую, братан. Так, точку захватываем. Хорош. Так, все на месте все. Смотрите, какой хитрый, блин, Титан. Меня лупит. Паразит. Тихо. Вы видите, что он творит? Он прям специально меня бьет. 1-10 мы проиграем. Не, ну вообще капец. Позорная, блин, битва. Я не люблю вот на таких картах играть на антикиллере. Тихо, давай, держись.